Вот тут была открытая площадка бокса. Это первый раз сюда пришел. Дал оторваться Соломину, еврею такому, который меня потом открытой перчаткой забомбил. Урод такой был. Был такой Трестин, который хотел меня взять. А Лехович, мой тренер, не дал меня. И вот они на этой почве тут, у них была война, дрались. Друг на друга натравливали людей, сами дрались.